Так, вот сегодня гололед. Как во двор, да. В сопровождении племянника с клюшкой. Так. Держи. Ну, правой рукой держи, вот, чтобы камеру не открывать. Ну, и на тебя... Ну, можно, надо тут слева. Я... Можешь держать. Вот так, да? Можешь держать. Я все. Что, Егор, давай, дядь Саша. Сейчас, стой, бабушка, сними дядь Сашу. Как он тут во дворе? Бабушка... Не успевает за ним следить. Егор, стой! Рухнул. Кто тут падает? Подскользнулся. Егор, гипс у тебя уже был? Давай, давай. Давай. Опа! Давай, держись, держись. Ой, Егор. Егор, стой, бабушка снимает, дядь Саша. Сумасшедший, он на свободе. Так, что тут осталось? Ну давай, еще прокатись. Оно будет светло потом, Саша? Что, так и потемки? Так, на... Егор, упадешь! Егор! Рухнул, вставай. Вставай давай. Да? Егор свалил. Где ты там плывешь? Егор, там скользко, скотина, иди сюда. Что ты хочешь? Шайбу, сейчас я тебе принесу. Стой на месте. Егор. Посмотри, сейчас плюнешь носом. Шайбу он хочет. Тихо. Егор, очень скользко. Саша, видишь, уже отдыхает. Сидит. Сейчас будем дома смотреть съемки. Тебя и дяди Саши. Дай дяде клюшку. А ну, дядя Саша, дай клюшку. Бабушка сейчас сама с ног упадет. А? Бабушка стоит, упадет. Держу, держу, держу. Ты как дядя Саша хотел? Осторожно, я не могу. Тих, гадь. Саш, на руки отморозила. Пальцы вообще капец. Вы устал? А ну ваш портретик. Тимон.